Всем доброе утро. У Макса тут бабушка сырники готовит. Достала вот такую красивую малину. У них продается тут замороженную. Она их заморозила. Такая крупная. Фреш. Сырники со сметаной. Ты можешь повесить куда-нибудь, знаешь? Вот именно, зачем ты нас снимаешь? Всем еще раз добрый день, добрый вечер, кто когда меня смотрит, или доброе утро. День начался не очень у нас. Первый момент — это то, что по прогнозу стоит весь день дождь. Мы хотели поехать в гости. Никуда не поедем. Второй момент. С утра обнаружил Максим, что он потерял свои очки в чехле. Я все перерыла, их нет. Мы где-то их посеяли во дворце спорта. Шансы малы, чтобы их найти. Мне сейчас приехать, и нужно заказывать ему, идти за рецептом, пока их сделают. Ну, это где-то 6,5-7 тысяч. Естественно, я расстроена очень сильно, потому что я не рассчитывала на это. У меня нет таких сейчас денег лишних. Вот. В голове черти чё, вчера вымыла голову на ночь, уложилась и с утра завязала хвост, вся на нервах. Смотрю сейчас всякие видео, там отвлекаюсь, лежу. А что делать? Ничего. Творила сейчас макарошки, там разогревается мясо. Третий момент, о котором я вам не говорила, но это вообще пустяки по сравнению с глобальными моментами. Первый день турнира. Я взяла с собой маленькую сумочку на турнир. Понапихала все, что можно туда. Все, что не нужно. Все, что нужно. Пока клала туда телефон, я его прижала, придавила, и у меня лопнул экран. Но у меня защитное стекло на нем стоит. Поэтому... Но оно недавно было куплено, и поэтому оно совершенно свежее было. Но это мелочи по сравнению с очками. В первый же день турнира я оставила там зачетную его книжку Максима. Ну, она нашлась, потому что она была на регистрации. В этот же день, когда мы ехали на турнир, мы выходим из подъезда, нам перебежала черная кошка. В общем, все в совокупе. Но больше всего я расстроена из-за очков. То, что сегодня мы их обнаружили, их нет. Максим: мама, где? Я, наверное, потеряла очки. Это все это вот. А нам на турнир ехать 30-го только числа. Сейчас эти дни я буду вся вот такая вот, знаете, вот. Мало того, что и так нервы сдают уже просто окончательно, и у меня ничего вроде не происходит, но вот аж прям до слез нервы сдают. Я не знаю, что со мной творится. Я вообще, я хочу ехать быстро домой. Мне вот эта поездка в Москву в этот раз, ну, как-то, знаете, прям, ну, не хочу. Вот, понимаете, вот все, это не мое. Я не могу, мне здесь сейчас еще быть. Я не могу туда-сюда кататься, знаете, ну, как бы, еще вот это, может, погода так убивает. Вот эта грязь, идешь, вся замызганная, все штаны все грязные, все вот это валяется, срач, полный срач. Это, я не знаю,
Я не люблю этот город совершенно, абсолютно не люблю. Хоть и родилась и выросла здесь, но это... Не могу, хочу домой, просто хочу домой. Вот как бы не сорваться, знаете, на людей, на близких. Я вот здесь закрылась в комнате, сижу. В принципе, ничего такого не произошло там, страшного там, да. Ну, вот такое состояние у меня. Ой, с этими болячками тоже, со всем этим, не знаю. Пользуюсь этим ингалятором на ночь. Одну дозу только и... А под утро у меня все приступы, я просыпаюсь второй день с приступами. У меня сиплый голос, слышите, да, это вообще... С утра у меня его практически вообще нет голоса. Такой сиплость, как будто, я не знаю, орала, наверное, всю ночь. Вот. Вроде ничего, вроде все хорошо, но состояние просто какое-то ужасное. Просто понимаешь, что сейчас тебе ехать надо, там, готовиться на в Петербург, Санкт-Петербург турнире, турнир будет там, и очки заказывать. Я не знаю, в общем, вот это вот денег нет, я не знаю, что делать. Сейчас я приеду, я понимаю, что я сейчас помою человеку весь дом, заработаю эти деньги и потрачу их просто на очки, которые Максим посеял, которые были. Вместо того, чтобы отложить на Питер. Не знаю, что мне делать. Или уже просто отменять. Я и в Питер не хочу ехать. Я вообще и в Москву не хотела ехать. Но только что нужно вот этот турнир. Растянули тоже на неделю. Зачем такой перерыв делать? Все не, слава богу. Чтобы вы понимали, вот этот, посмотрите, грязюка, посмотрите, что это. Это ужас какой-то. У нас даже в Белгороде такого нет. Когда тает все. Все чистенько, все культурно. Идешь, все засрано, все. Я не знаю, ужас. Тут люди живут, вот гуляют на этой детской площадке. Мусор валяется везде. Москва. Сейчас напишется сумасшедшая. Нашла из-за чего переживать. Ну, а я переживаю реально. Для меня это большие деньги. Очень большие, потому что сейчас я кучу денег отвалила за турнир. И еще нужно будет, да, там ту же прическу делать, мне обратные билеты покупать. Тренировки оплачивать. Кучу лекарств тоже купила, они тоже не дешевые. Максим сегодня получил, конечно, у меня с утра. Мы с ним даже не разговариваем. Он ко мне даже не подходит, я к нему тоже. Так. Спасибо всем за просмотр. Такое у меня коротенькое видео получится. Но ничего. Все. Всем пока-пока.